Всем привет! Меня зовут Макс, это ленивый канал, и мы продолжаем выживание в Aircraft Carrier Survival. И да, я перепрошел первую миссию идеально, я получил все медальки, наградил своих офицеров, наградил команду, теперь они более опытные. Ну и получил 6 очков улучшений. На что я их потратил? Правильно, на пикировщики, теперь у нас хеллдайверы, и это прекрасно. К тому же, помимо этого, я еще и улучшил эскорт, теперь у нас 4 эскортных корабля. 3 корабля сейчас в ремонте, однако сейчас мы имеем... Чикопи, ну, в смысле, наш транспорт снабжения, Флетчер, подводную лодку и Сайпан. Прекрасно, на мой взгляд, замечательно. Мне очень даже нравится нынешняя экспозиция. И мы отправляемся на миссию. И сейчас-то снова миссия возле острова Уэйк. На этот раз это эскорт. Мы будем сопровождать нашу флотилию транспортников. Противника минимум 3 флота. Ну, это грустно, но мы постараемся выиграть за 2 дня, тем более. Поехали! Такс. Итак, в топку брифинг, мы и так все знаем. Сразу 2 дайв-бомбера. Идем куда-нибудь вот сюда. Так, хорошо. Рекон. А, я почти уверен, что вот эта вот точка, это не противник. Противник наверняка тут. Делаем так и возвращаемся сюда. Confirm. Запускаем. Теперь давайте... Вот так, вот так. И так. Так, хорошо. Можем немножко ускориться. Давайте сделаем так, чтобы уже точно забрать. Так, хорошо. Ждем обнаружения. Отлично. Identify. Возвращаемся где-нибудь вот сюда. Confirm. Запуск. Так, после чего начинаем добивать. Так. Нам бы, конечно... Я почти уверен, что я сейчас увижу скаутов. Так, нет, я увидел не скаутов. Давайте Флетчер высылаем. Сложный выбор. Давайте, наверное, все-таки... Блин, я нажму скаутинг, и тут же появится задание. Давайте поднимем все-таки торпедники. И дайвы. Подготовимся к авиаудару. Ведь по-любому будем наносить авиаудар. Так, хорошо. Карьера андератак. Отлично. Так, убираем вот это вот все. К нам летит группа силы 4. Давайте запустим кэпы. Так, хорошо. Окей. Так. Мы отправили. Теперь давайте добиваем мысли. Ай, блин, идиота кусок. Запускаем. Так, пошли. Запуск. Теперь дополнительно 2 файтера. Да, мы обнаружили противника, это здорово, нам, ну, нам все-таки приоритет, это наши союзники. Давайте быстрее.
Так. Отправляем. Так, у нас есть один торпедоносец, нужно... Давайте три дайва. Погнали. Так, переводим. Нам необходимо обратно забрать наши истребители, иначе мы тупо не успеем ничего. Давайте, быстро, быстро, быстро. Recover. И recover. Так, здесь прибывает разведка. Так, давайте быстрее. Так, у нас... Нам нужен еще один отряд пикировщиков. Опять Light Forces in Danger. Так. Airstrike. Атакуем. Anvil. Precision Bomber. Так. Добавляем так. Давайте так. Достойно. Скорее всего, потопим вражеский эсминец. Confirm и recovery. Давайте сюда. Confirm. Launch. И затем переводим в режим получения. А, нет, не переводим, блин. Это плохо. Мы можем не успеть. Давайте быстрее. Еще и скауты. Вот, блин. Срочно, два файтера эйркрафта. Раз. Два. Поехали. Лонч. Еще два файтер сквадрона. Вроде успеваем пока все. Не потопили один вражеский эсминец, плохо. Мы почти потопили противника полностью, но надо добивать. Запускаем. Затем в рекавери. Рекавер. Recover. Sir, a member of your staff requires urgent medical aid. Так. Transport him to the infirmary. Sir, a member of your staff requires urgent medical aid. Have a DC team transport him to the infirmary. У нас раненые. Стоп, у нас раненые. Черт! Давайте быстро. Ремонт. У нас проблемы. Плохо, 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 плохо. Так, но в целом пока ничего особо страшного не случилось. Recover.
Рекавер, рекавер. Так. Что если мы вначале... У нас еще 3 часа, мы можем успеть запустить 2 авиаудара. У нас сейчас больше нет... Давайте сделаем вот так вот. Переводим палубу в полетное. Так, вот это вот сюда. Добиваем дайв-бомберы. Давайте быстрее. Должны успеть все. Так, давайте еще одни торпедники. Так, у нас 6-я атака, это плохо. Мы запускаем срочно с Сайпана силы. Теперь, так, торпеды мы бесполезно запускать. Теперь высылаем defensive position. Ставим нашего адмирала, ставим 6. Хорошо. Теперь airstrike, prepare. Атакуем эскортник. Раз. Precision bombing, как всегда. Defensive position. И давайте вот так вот. Отлично. Мы уничтожим все. И возвращаемся, допустим, куда-нибудь вот сюда вот. Так, припаем еще раз. Раз, precision bombing. Так, и давайте. Confirm. Confirm launch. После чего переключаем в этот режим. Так. Там флот. Давайте сюда. Так. Отлично. Вроде бы должны успеть. Если все будет хорошо, конечно. Так, хорошо. Рекавер. Есть. Успели. А у нас есть по кому запускать следующий авиаудар? По-моему, нет. Так. Ох, блин, мне нужен вспомогательный авианосец для того, чтобы сажать свои самолеты. Там есть такой один. Это слишком долго. Я иногда тупо не успеваю. Тут вроде все по таймингу, но я сейчас реально могу потерять одну из эскадрилей. Успеваем. Хорошо. Так, мы отбились, насколько я понимаю. Так. Нам нужен ресупплай. Потому что еще чуть-чуть, и мы остаемся без боеприпасов.
Так, и нам нужно... Нам нужно принять это все на себя. И мы не успеем запустить еще один авиаудар. Так что давайте принимаем. Так, хорошо. Нас никто не ранен, все хорошо. Так. Мы принимаем обратно все наши... Ох, блин, Heavy Carrier. Вот это плохо. И нам нечем его разведать. Так. Пожалуй, нам нужно... Давайте уберем отсюда. Мы пытаемся догнать наши силы. Хорошо, надо полным... Полный вперед надо давать. Но мы не можем убирать аирдепт. Давайте damage control. Да. Знаете что? Нет, все-таки вот так вот. Я не могу запустить это ночью, ну неудивительно. Ждем утра. Какие у нас еще варианты? Блин, Heavy Carrier. Еще ни разу не сталкивался с таким противником. В данном случае тяжелый авианосец — это реально проблема. Получится его потопить? Нет. На 42-й год. Было бы неплохо хотя бы узнать, что там еще есть. Интересно, мы можем послать... А, мы пока не можем послать ничего. В 4 утра, по идее, должно начать расцветать. 38. Давай, 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 давай. Опасно, опасно, опасно. Надо срочно... Нет, все еще нет. Все-таки позже, да? Блин. Ну что нам делать? Сразу атаковать вслепую, но это может закончиться очень-очень плохим. Это реально может плохо закончиться. Есть день. Ну давайте, Identify. Давайте вот здесь вот. Confirm. Запускаем. Быстро. Это бобры полетели. Добавляем еще один дайв-бомбер.
Давайте практически. Ужасно. Так. Airstrike. Prepare. Атакуем. Anvil. Precision. Ага, это плохо. Это просто отвратительно. Так. Ну что поделать? Я даже не знаю. Да, мы серьезно нанесем. Но мы можем потерять до 3 эскадрилей. А есть вариант более безопасного? На комбат бокс. Да, это сильно уменьшит ситуацию. Но 5. Блин, это ж кошмар какой-то. Слушайте, ну... это нереально. Блин, минус 20% к дефу всех защитных маневров. Если мы сделаем вот так вот... Ага, отлично, отлично, да, мы теряем в уроне, но мы потопим вражеский эсминец. Confirm. И recovered, давайте здесь. Confirm. Admiral, we're taking water. You should send DC teams to pump it out. Так, нам нужно 4 бомбардировщика и 2... Так, мы полностью убираем. Да нет же! Убрать это говно. Ай, блин. Адмирал, мы берем воду. Вы должны отправить DC Teams, чтобы пумпить его. On your command. Move the fighter squadron back to the hangar. Так, мы отправляем Fighter Squadron, и нам нужно... Да, нам нужен... Нам нужен дополнительный... Так, Флетчер. Так, хорошо. И нам нужны бомбардировщики. Так, запускаем. Отлично. У нас 67%, нормально. Так, нам нужно будет сейчас запустить скауты. Надо будет, в смысле, их сбить. Мы под уроном 3. 3 это полная фигня. Не страшно. Давайте 2 файтера. Тут очень страшно. Отлично! Мы выбили вражеские эскортники, причем хорошо так выбили. Так, мы же не могли повредить вражеские тяжелые авианосцы, да?
Так. Запускаем. Затем палубу в рекавери. Собираем. Тут сила 3. Знаете что? Наверное, все-таки запустим. Сайпан. Не вижу причин, почему нет. Лично у нас приземляются наши малютки. Так. Так, хорошо. Нам бы обнаружить третий вражеский флот, но боюсь, что это не в наших силах. Так. Так. Хорошо, мы сейчас будем принимать обратно нашу авиагруппу. Recover. Так, отлично. Ну и, соответственно, этих ребят тоже сюда. После чего мы переводим в полетное и готовимся к атаке. Так, Precision Bombing. Так. А у нас было что-то связанное... Ага, нам не хватает атаки. Значит, нам нужно усилить атаку. Даже так недостаточно. Нифига себе, вот этот поворот. А можем что-нибудь усилить? Атак... Плюс 75%. Окей. А если сделать вот так вот? Нифига себе, господи, насколько же эта штука живучая. И по-хорошему я ничего не могу сделать, то есть, ну... Так, давайте убирать. Проблема в том, что мне нужно... Я очень... Так, стойте. А если мы делаем вот так вот... Мы делаем вот так вот. Ага, я понял. Сюда надо расположить максимальный урон. Так, да. Ага. Блин, я добиваюсь 48 атаки, а у них 100... Я не добьюсь 141, но я хотя бы повреждения им нанесу.
Но, с другой стороны, мне придется переформировать эскадрильи. Ну а что? Ну, давайте заменю что-нибудь типа торп. Давайте сделаем вот так вот. 46. Да. Отлично, наши корабли приземлились. Я не нажал припэ. У нас сейчас тут в любом случае 5. Давайте быстрее. Я это никак не могу помочь своим сейчас. В любом случае, после этого... Чего? Ничего не потерял. 8-8-8, все правильно. Все, теперь переключаемся. Мне нужно ударить по ним максимально эффективно. Так. Атак плюс 5 и в маневр 3 и суппорт фаер. Слушайте, а мы сделаем вот так вот. 17 атаки. Сюда подгоняем Энвил. Давайте. Вот так вот. Ну и что-нибудь еще? Ну давайте воспользуемся. Шестьдесят две атаки. Этого более чем достаточно для того, чтобы нанести хоть какой-то урон. Приземляемся здесь. Confirm. Давайте быстро переставляем. У нас сейчас нам нужно два торпедоносца, один истребитель. Давайте. Надо было выставить последний. Это, конечно, очень тупой. Ну ладно. И нужен еще один торпедоносец. И запускаем эту штуку. Отлично. По идее, два таких налета, и противнику точно не поздоровится. Так, корабли на взлет. К нам летит шестой уровень. Это, конечно, плохо. Так, нам нужны тогда файтеры. Нам нужны кэпы. Выставляем тайпан, черт. Давайте два. Плохо.
Мы повредили вражеский тяжелый авианосец. Это прекрасно. Ну что ж, сейчас мы отправляемся сразу на две миссии. И по-хорошему... Так, мы запускаем Сайпана, но этого мало. Нам нужны defensive position. Да, подняли до 6. Ну и по-хорошему еще файтеры. Так. Сейчас собьем скауты. Отправились на сбитие. Давайте срочно кэпы. И нам сейчас придется принимать истребители, да? Да, нам придется принимать истребители. Так, теперь мы прием. Рекавер. Затем снова сюда. Мы вышлем второй кэп, потому что к нам движутся две группы. Стоп. Теперь вы. Мы запускаем кэп. После чего снова переключаемся. Запускаем еще один авиаудар по противнику. Мы, кажется, отбились, хоть и с некоторым трудом. Давайте. Так. Хорошо, airstrike prepare. Наша задача добить противника. Attack of this maneuver. Так, если маневр 3, support fire. Отлично. Сюда ставим anvil. А что у нас сейчас по авиагруппе? У нас сейчас... Так, раз... Истребители, три торпеды... Истребители, три бомбардировщика, три... Так, стоп. Три бомбардировщика, два торпеды, истребители. Так, хорошо. Там, кажется, был... Ага. А есть что-нибудь еще? Да... 71 атака. Подтверждаем. Рекавери где-нибудь тут. Confirm. Ланч. Так.
Погнали, быстро, быстро, быстро. После чего переключаемся в рекавери. Быстрее, взлет. Рекавер, рекавер. Рекавер, так. Нам нужно сейчас приказ. Resupply ship. Успеваем. Обнаружен новый противник. На утро придется работать с этим. Так. Эта тварь уходит. И это проблема. Нам бы надо его потопить. А, черт подери. А сможем. Но мы с утра будем готовы атаковать противника. И вот мы победили. Давайте сразу посмотрим, что у нас к чему. Выберите. Да, рекавери. Нам не повезло. Ну что ж, видимо, в этот раз, как и в прошлый, я займусь перепрохождением этой миссии за кадром. Ну, да, всего лишь 7 минут длится серия. Надо бы подумать. Наверное, я присовокуплю ее к предыдущей, хоть это придется рендерить. Ну, надеюсь, вам это понравится. Ну, а с вами был Макс, ленивый канал. Ну, блин, что-нибудь придумайте, ставьте лайки, пишите комменты. Ну, все как всегда, в общем-то, достаточно новых видео. Пока.